Привет, Сыктывкар! Я сейчас нахожусь в стране Черногория, в городе Тимати, в котором располагается как раз-таки порт. Посмотрите, в какой красоте мы живем. Вообще, замечательная страна, очень тепло встречающая страна. Погода самая-самая разнообразная. В первый день, когда мы прилетели, было такое яркое-яркое-яркое солнце. На следующий день немножко приморозило, был настоящий русский Новый год. Потом был дождь. Сегодня опять день обещает быть солнечным. Кстати, у нас здесь на 2 часа раньше, чем у вас, поэтому у вас уже день, а у нас еще только начинается утро. Знаете, Новый год можно провести по-разному. Для меня это один из самых, даже не один из, а самый лучший из всех предыдущих Новых годов, потому что здесь такая романтика, такие добрые люди, такая вкусная кухня. И вообще здесь очень здорово. Так что рекомендую обязательно побывать в Черногории. Привет, Сыктывкару!